Мы собираем подписи за разных кандидатов, мы помогаем самовыдвиженцам попасть в бюллетень для выборов президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. Работаем, хотим, чтобы в бюллетень попало как можно больше кандидатов, чтобы люди могли выразить свою гражданскую позицию, чтобы государственная власть понимала степень своей поддержки со стороны граждан и, собственно говоря, улучшаем качество демократических институтов современной России. И скажите, здесь три кандидата, да? Я так понимаю, Рада Русских и Ирина Свиридова. У нас четыре кандидата. Рада Русских, Свиридова, Баташев и Маленкович. Какая-то разница в программах, вы можете сказать? Да, безусловно, есть разница в программах. У нас тут представлены коммунисты России, у нас представлена демократическая партия. Все самовыдвиженцы имеют свою собственную позицию на то, что происходит. Ну, например, коммунисты России, понятно, яростно отличаются от других наших кандидатов. Но так или иначе, сейчас главная задача, чтобы они могли попасть в избирательный бюллетень и таким образом донести до людей уже свою позицию по другим каналам. И последний вопрос. Что вы можете сказать тем людям, которые не верят в честность выборов в России и считают, что все кандидаты, которые попадут в итоге в бюллетень, не факт, что это будут вот эти люди, они согласованы с администрацией президента. Есть такое мнение? Ну, я думаю, что люди, которые это говорят, никогда так и не узнают, согласованы или нет. Но, тем не менее, мне кажется, что избирательная система Российской Федерации работает нормально. Вот, мы тому подтверждение, мы собираем подписи. Чем больше кандидатов попадут в бюллетень, тем, собственно говоря, будет лучше. Приходить на выборы нужно, отстаивать свою гражданскую позицию нужно. Приходите на выборы. Я молюсь, что потерял тебя.